Десанж в Дніпрі – единственный и эксклюзивный представитель Десанж в Украине. Из Парижа в Днепр прилетели преподаватели Десанж. 3 дня в Десанж Днепр проходили мастер-классы от именитых мастеров. Как вы оцениваете салон Десанж Днепр? Раньше Десанж был и в Киеве, а сейчас только в Днепре. Нравится ли вам этот салон? Я очень рад снова побывать в Днепре после 10-летнего перерыва. За эти годы произошли существенные изменения. Меня приятно удивило здание, дизайн и сам салон. Но больше всего положительных эмоций вызвал коллектив специалистов, работающих в Десанж Днепр, который полностью соблюдает философию группы Десанж. Бренд Десанж является абсолютным лидером в области парикмахерского искусства класса люкс во всем мире. Стрижка Десанж выглядит роскошно, отличается своей индивидуальностью, идеально в укладке и всегда на пике популярности. Арно, какими вы сегодня секретами поделились для мастеров салона Десанж Днепр? Мы рассказали о новых коллекциях, а также поделились со специалистами вашего города некоторыми хитростями и уловками нашей профессии. Знаете, есть вещи, которым невозможно обучить. Такие навыки приобретаются в течение многолетней работы. Конечно же, каждый год в парикмахерской индустрии появляется масса нового и интересного. И специалисты группы Десанж всегда в курсе всех мировых тенденций. Наши французские преподаватели, они приезжают, скорее всего, вдохновлять нас, вдохновлять французским стилем, французским видением, и чтобы мы это могли донести нашим женщинам, сделать их красивыми, модными. 3 дня ведущие мастера Десанж Париж реализовывали даже самые смелые идеи и подбирали для днепровских модниц прическу и стрижку, подчеркивающую черты характера и стиля. Я рассказал о новых тенденциях зимы 19-20. Они связаны с более раскованным движением и свободным поведением женщин. Это европейская и общемировая тенденция. Также речь шла о специфике раскрытия образа женщины, ее лица. Мастера Десанж сделали для меня прическу и макияж. Вам нравится мой образ? Ваша прическа мне очень нравится. Здесь соблюдена гармония относительно линий, контура и объема волос. С 1958 года дом Десанж является единственным официальным партнером Каннского международного кинофестиваля. Лучшие эксперты красоты, лучшие бренды и исключительный сервис – все это в салоне Десанж в нашем городе. Из миллиона покрасок вы узнаете свою покраску или специалиста Десанж? Вопрос нелегкий, но я могу ответить так. Если мы возьмем, к примеру, калифорнийское милирование, то можно будет 100% утверждать, что это работа нашего специалиста. Так что да, работы Десанж узнаваемы. Если вы хотите изменить окружающее вас пространство, сделать жизнь яркой и вдохновляющей, и не только перед новогодними праздниками, загляните в Десанж. Мастера умеют чувствовать ваше настроение и желание. Что ожидает нас в моде 2020? С какими новыми прическами, покрасками мы входим в Новый год? Тенденции 2020 направлены на окрашивание холодными цветами, что позволит подчеркнуть челку и пряди волос. Челка по-прежнему в моде, хотя и с некоторыми вариациями и филировочными работами.
коротким сюжетом программа «Тип-топ» и салон «Десанж» поздравляет всех телезрителей с наступающими новогодними праздниками и желает модной жизни.